КАМАЗы и автобусы, легковые машины и газели. Автопробег «Голубой коридор», миновав несколько российских городов, добрался до Оренбурга. Участники веселы, автомобили на газовом топливе исправны. Пока вот таких проблем никаких не было у нас вообще. Вроде все машины еще на месте. Пока водители готовятся ехать дальше, руководители пробега встречаются с первыми лицами Оренбургской области. Тема круглого стола – преимущество использования газа в качестве автомобильного топлива. Плюсы здесь очевидны. Это в первую очередь относительная дешевизна и, что немаловажно для оренбургских городов, экологичность. Если в 7 идешь утра по проспекту Победы, еще можно идти. 7.30 уже не пройдешь, уже настолько некомфортно от выхлопных газов. Поэтому мы вообще с вами в первую очередь должны задуматься об экологии городов. И наша задача власти – создать комфортные условия. Безопасность, экологичность и экономичность. На этих трех китах и базируются все преимущества компримированного газа. В Европе, к примеру, где вопросу экологии уделяется большое значение, этот вид топлива используется уже давно. Два раза практически природный газ, используемый на транспорте в двигателях, он чище и безопаснее по экологии. Итогом круглого стола стало подписание протокола о намерениях между руководством области и представителями общества «Газпромдобыча Оренбург» и «Трансгаз Екатеринбург». Кстати, первыми переводят свой автопарк на газ именно газовики. Они обещают, своего оренбургского голубого топлива хватит еще надолго. Наша задача сейчас стоит в том, что мы, собственно, мы тоже постоянно занимаемся, это улучшением качества этого газа. И самая главная задача, чтобы этот поток не исчезал в Оренбургской области. Мы это гарантируем, что до 30-го года наш оренбургский газ не иссякнет, и порядка около 10 миллиардов еще будет добываться. Участники необычного пробега из Оренбурга двинулись в Самару, а 2 ноября они приедут в Москву. В том, что туда доберутся без приключений, водители уверены. Газовое оборудование еще ни разу не подводило. Юрий Мишенин, Виталий Сапожников, Игорь Юрченко. «Наше время».